12-летний Рамиль Алиев начал заниматься карате со второго класса. Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже успел завоевать коллекцию кубков и медалей на престижных соревнованиях разного уровня. Спортсмен становился победителем региональных и городских турниров и даже выступал на первенстве Европы в Македонии. За свои заслуги он получил премию губернатора Самарской области. Рад, доволен. Я долго этого ждал. Любовь к спорту Рамилю Алиеву привили родители. Они очень гордятся достижениями сына и поддерживают выбор своего ребенка. В Самарской области первые, вторые места. В Москве, да, тоже первое место было. Забрали. Подталкиваем, говорим, что надо. Ну, ему самому нравится. То привели маленького, все, он зашел в русло, и ему нравится. Денежную премию спортсменам-любителям в Самарской области вручают ежегодно. Во многом это стало возможно благодаря национальному проекту «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. В этот раз в конкурсе участвовали 60 человек. Награды получили 15 атлетов. Мы точно знаем, что это мера поддержки молодых спортсменов. Я бы хотела отметить, вот, что Дмитрий Ильич Азаров многократно говорил, что помогать это по-самарски. Я надеюсь, что вот такая мера поддержки, как именная стипендия губернатора, это как раз по-самарски поддержать молодых спортсменов. Министерство спорта также поддерживает молодых и перспективных ребят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Участники сборных команд России, начиная с юношеских и юниорских, ежемесячно получают стипендию. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.